сегодняшний воскресный день, за богослужение мы радуемся духовной радостью о двух праздниках, о двух важных молитвенных воспоминаниях. Во-первых, мы уже вступили в начало седмицы крестопоклонной в Великом Посту. И сегодня совпал праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Хотя это разные события и разные глубокие смыслы духовные, но в духовной жизни все взаимосвязано. Вот в Евангелии дня о Благовещении очень важно, характерно, если кто желает, можете прийти дома, в календаре посмотреть. Начинается не с события Благовещения Божией Матери, а с события Благой Вести о том, что мама Иоанна Крестителя, праведная Елисавета, очень многие годы, которая была бесплодная, не могла иметь детей, получила эту величайшую возможность, величайшую радость от Бога, получила возможность родить ребенка. Вот этот первый главный смысл, какой нас побуждает. Бесплодие символизирует Елисавета, бесплодие ветхозаветной церкви. То есть праведность была, она старалась, она была благоговейным человеком, верующим, хранила веру, исполняла заповеди. Но вот внешней этой радости она не имела в виде ребенка. В Ветхом Завете бесплодие, бесчадие у людей считалось наказанием Божьим за какие-то тайные грехи, что это не всегда было так. Нередко это был особый промысел Божий. Вот. И в данном случае вот Елисавета также тем путем прошла, то есть символизировала ветхозаветную церковь, лучших ее представителей. То есть духовные труды есть, старания есть, благоговение, вера, верность, а вот результата нет. То есть как будто бы. Но с помощью благодати Божией решаются все вопросы. И она получает возможность родить не просто ребенка, а сына, который будет последним пророком, который не только предскажет, будет говорить о Спасителе, но и укажет на грядущего Мессию. Событие Благовещения Божией Матери нам более известно, о том, что пишет евангелист Лука: в шестой месяц был послан в город Назарет архангел Гавриил к деве, обрученной старцу Иосифу, имя деве Мария. С такими словами: радуйся, благодатная, с тобою Господь. Вот это евангельские слова, это слова Священного Писания. А что же нам говорит Священное Предание, история вот эта? Как было более полно? То есть, если читать только Евангелие, создается вот такое впечатление неправильное, что вот инициатива была с небес. То есть был послан архангел с такой благой вестью. А в реальности было по-другому. Пресвятая Дева хорошо знала Священное Писание. И она знала о том, что 70 седьмин, которые обозначил святой пророк Даниил еще в Вавилонском плену в утешении израильтянам, что не закончится путь Божьего народа, а через 77, то есть через 490 лет придет в мир обетованный, то есть обещанный, долгожданный Мессия, Искупитель. По пророчествам Священного Писания, не ходатай, не посредник, а сам Бог придет на землю, чтобы посетить свой народ. И не только народ Израиля, а весь мир. Вот с этой мыслью жили самые лучшие люди Ветхого Завета. И вот в тот год эти 77 закончились. То есть понятно, что он воплотится, родится,
он будет маленьким. И Священное Писание также говорит пророчески о том, что он придет, ну, то есть в мир придет через Деву, которая дарует духовному, нематериальному, бестелесному Богу, дарует плоть и душу человеку. Вот это знала все Царица Небесная. Единственное, чего она не знала, то, что это она сама. Вот это не все знают, и поэтому не понимают меру и ценность духовной скромности, смирения. Откуда мы знаем об этих обстоятельствах? Об этом сама Царица Небесная рассказала апостолам и ученикам Спасителя, когда они спросили об этом событии. То есть в тот год вот она понимала, что 77 дней прошли, и где-то вот сейчас находится та Дева, которая, через которую воплотится в мир Сын Божий. И она обращается в молитве, может быть, в такой молитве в первый раз. Она просит у Бога усердно, чтобы увидеть ту Деву, которая воплотит Спаситель. И по возможности быть служанкой этой Девы, то есть послужить ей, в чем-то помочь, с тем, чтобы видеть воплотившегося Бога ради нашего спасения. Но далее Царица Небесная продолжает глубину своего смирения и скромности. Она в молитве просит, что если я не заслужила такой чести, такой радости видеть эту Деву, этого Сына Божия, то можно я хотя бы буду служанкой у одной из служанок этой Девы. То есть подумайте о том, что она, живя удивительной жизнью, ни одного помысла, ни одного желания, не допуская в своей душе, не задерживая то, что не угодно Богу, почему мы не всегда даже думаем об этом, то есть всецело себя Богу отдавшая, она и думать не могла, что она может быть достойна чего-то большего. Начиная с детских лет, находясь на воспитании при Иерусалимском храме, мы знаем из ее жизнеописания, она питала, была питаема от ангела небесным хлебом. И при этом она себя считала обыкновенным человеком, ничем не лучше других. И вот в ответ на эту молитву, когда она помолилась о том, чтобы Господь даровал быть служанкой, у служанки этой Пречистой Девы, является и архангел Гавриил с таким благовестием, что радуйся благодатна с тобой Господь. Он размышляет о чем, он продолжает, что да, это ты, та, которая воплотит Сына Божия, который будет нашим Спасителем. И Пречистая Дева уточняет, что так ли это, потому что мужа не знаю, мужу не, у меня нет и никогда не будет. И он опять цитирует Священное Писание, цитирует пророчество, говорит о том, что и не нужно, потому что Дух Святой сойдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Здесь тоже можно увидеть очень интересный смысл. Дева, то есть та, которая в нашей земной жизни по определению не может быть матерью. Девы матерями не бывают, тем более без мужа. А здесь не просто становится Дева-матерью, но воплощает того, который созидает Церковь. Так возникает вера Христова. То есть без внешней помощи, без покровителей людей, действием самого Господа Бога и Создателя создается новая Церковь, благодатная Церковь Нового Завета. И Царица Небесная, соглашаясь на эту честь быть Матерью Сына Божия, понимайте и знайте об этом, и не сомневайтесь, соглашается не только на эту честь и славу, но и на то, чтобы пройти весь путь Спасителя, земной путь,
который она очень хорошо знала, обязательно должен привести ко кресту, потом ко гробу, а потом к воскресению, вознесению и вечной славе. То есть Царица Небесная, в отличие от всех остальных земных иудеев и израильтян, знала, что Сын Божий воплощается не для власти над миром, не для престола и дворца, а для распятия унизительной страшной крестной смерти. Вот апостолы этого не знали и знать этого боялись. Когда Господь, помним, в Евангелии только начинает говорить о своих страданиях, помните, какая реакция всегда у апостолов? Да не будет с тобой, они слышат, не хотят это. Оно их пугает, оно их ужасает. Они уши ума закрывают от этого. Это им непостижимо. Так вот, Царица Небесная вот такой не была. Она знала, для чего она воплотит. Подумайте о мужестве матери. То есть родить того, который будет исцелять тысячами, добро нести. А его за это ему гвозди в руки, плевки в лицо. Еще и клевета, и кула, и все, что хотите. Потому что он примет грехи всего мира на себя. Он воплощается для того, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть. Поэтому, с одной стороны, Благовещение – это величайшая радость, что тот, о котором молились тысячу лет праведники Ветхого Завета, с нетерпением, с благоговением ждали, он приходит. И он вступает в эту свою решающую миссию по искуплению рода человеческого. Но и одновременно то, что начинаются происходить такие события, чтобы очевидцами их быть, требуется очень много мужества. И этот праздник Благовещения теперь по смыслу совпадает очень хорошо с крестопоклонной неделей. Мы вчера вечером вынесли на поклонение крест, и он будет всю неделю посреди храма Божия. Будет особое поклонение молитвенное на некоторых моментах богослужения кресту Христову. Зачем так делать церковь? Церковь отмечает середину Великого Поста. То есть в грядущую среду будет ровно середина, центра Великого Поста, полпути. С тем, чтобы, когда мы шествуем длинной дорогой, то на полпути можно и отдохнуть. Можно набраться сил, можно получить вдохновение для следования дальше. И вот поэтому так вот в богослужении красиво церковь говорит, под сенью древа крестного, как под тенью большого такого ветвистого цветущего дерева, можно отдохнуть от жары и пополнить свои силы. А какие силы? Духовные силы. А каким образом можно пополнить, глядя на распятого Спасителя? Ведь на кресте изображен распятый Сын Божий. Как он может вдохновлять каждого из нас? Здесь мы опять вспоминаем не только Священное Писание и все пророчества, вспоминаем Священное Предание, которое прозвучало из уст самого Спасителя к своим ученикам и апостолам. Он им рассказал о том первом совете Святой Троицы, упоминание которого есть на протяжении многих книг Ветхого Завета, но содержания этого совета нет, а отсылка на него есть. Он рассказал, что было. Перед тем, как творить Адама и Еву, Бог, знающий будущее, которое для него, естественно, является настоящим, вот еще нет Адама и Евы. Вот сейчас создадим человека, говорит Бог, по образу нашему и подобию нашему. Наделим его свободой, значит, выбора. И Адам потом будет создана Ева, и они имеют возможность, потенциал добровольно проявить желание познавать окружающий мир через Бога. А им будет предложено вне Бога, без Бога, в обход. И они должны сделать свой выбор. И они могли бы сказать дьяволу, нет, уйди, не мешай, не искушай. Но они этого не сделали. Они поддались соблазну
познать, что есть добро и зло без Бога. Более того, когда Господь призывает их на покаяние, на раскаяние, подсказывает их, они не просят прощения, они не раскаиваются. Адам упрекает Бога, и Ева упрекает Бога. И Господь им дает то, что нужно, то, что они просят, эту способность, которая вдруг оказывается не такая уж и прекрасная, то есть можно легко ошибаться, но обратно уже ничего не сделаешь. И они впадают в отчаяние, потому что они потеряли и бессмертие, и приобрели власть над собой нечистого духа. И Господь дает им радостное утешение, что в вашем потомстве родится тот, который вернет вам и бессмертие, и потерянный рай, и свободу от нечистого духа. То есть вот это все, то, что вы потеряли. Обратите внимание, этого исторически еще не было, а для Бога это был свершившийся факт. Поэтому Сын Божий обращается к Отцу: давай создадим человека, Отче, позволь, давай создадим, но под Твое благословение, под Мое желание, но под Мое решение воплотиться ради спасения человечества. То есть я стану потомкам Адама и Евы, тех, кого я создал, чтобы от них же и пострадать. Вдумайтесь, создадим человека, который воплотившегося Сына Божия будет потомки в лицо плевать, по голове палкой бить, распинать. И Сына Божия это не останавливает. Апостол Иоанн Богослов напишет впоследствии: Он возлюбил нас о Боге прежде, чем мы возлюбили Его. Вот какая непостижимая и непонятная, неизмеримая любовь Божия к нам. То есть благостью и любовью был создан человек. То есть готовностью Бога позволить Сыну Своему возлюбленному, нематериальному, бестелесному стать человеком и страдать ради нашего спасения. Поэтому как только, понимаете этот момент, как только Адам был создан, вот еще Евы нет, Адам уже создан в тот миг, уже, значит, будет воплощение телесное Спасителя, Его крестные страдания, смерть и воскресение. То есть иного развития событий уже не могло быть. То есть человек создан под искупительные страдания Сына Божия. То есть насколько Господь любит, насколько Господь готов идти навстречу. Это удивительное таинство. И ведь воплощение Сына Божия дало нам не только прощение вины, снятие вины, но и усыновление Отцу Небесному. Сын Божий, который стал Сыном Человеческим, подарил право людям, которые чтут Господа Иисуса Христа, не как пророка, посланника человека, а как Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Того единственного, который имеет право называть Отцом, своим Отцом, Отца Небесного. Вот Спаситель это право передал людям этим, верующим в Него, как Сына Божия. То есть через воплощение Господа Иисуса Христа мы усыновляемся буквально Отцу Небесному, в прямом смысле слова. То есть мы становимся Богу, вдумайтесь, родственниками через Христа. Потому что Он не только человек, Он и Сын Божий. Христос нам по плоти родственник? Да. Отцу Небесному по духу Он родственник? Да. Вот как это удивительно. Поэтому Адам и Ева созданы, они еще не согрешили, еще от Бога не отпали. В благоговении обращаются к Богу только как к Творцу и Создателю, но им в голову не придет назвать Его Отец наш Небесный. Они себя не считают вправе так делать. А Отец Небесный уже, для которого будущее уже настоящее, то есть воплощение Сына Божия есть уже для Бога, для Него Адам и Ева уже дети. То есть, соглашаясь на воплощение Спасителя, и Отец Небесный соглашается на изменение своего статуса.
не просто Творца и Создателя, а Отца. Отца для нас. Это очень важно, это очень удивительно. Вот эти мысли, которые могут нас посещать и должны посещать при созерцании Креста Христова, вот они-то и должны нас вдохновлять, исполнять заповеди Божьи, как бы трудно ни казалось это, как бы иногда не ощущалось, что бессмысленно, не получается ничего, все по новой, каждый день все снова и снова, и ничего не выходит. Вспомни опять праведную Елизавету. Ничего, без чади, ну ничего, она не отчаялась, веру в Бога не бросила. Очень, к сожалению, нередко бывает, когда человек ради того, чтобы от Бога получить что-то, сначала старается, не получая сразу, потом вот как будто обижается, вообще бросает и молитву, и духовную жизнь, дескать, Господь меня не любит, я не нужен, ничего не выпросишь, и буду сам по себе. Вот не было такого. И вот мы поэтому и образ Елисавета имеем, и образ Божьей Матери, которая без мужа воплотила Сына Божия. И имеем образ Креста, вдохновляющий нас, что если вот настолько Господь готов любить нас и быть нам Отцом, Папой, вот ангелом небесным, думайтесь, нет права называть Бога Отца своим Отцом, а мы имеем право такое, грешные люди. Поэтому будем стараться исполнять заповеди Божьи, служить друг другу также этой жертвенной любовью, когда это неудобно, может быть, трудно, или не хочется кого-то прощать, потерпеть немножко, уступить, пойти навстречу. Ради Господа. Он наши помыслы видит, наши желания видит. И то, что сейчас совершается в тайне, и это хорошо помнить, все тайное станет явным. Добро, делаемое тайное, будет вас награждено в вечности, только так. Чтобы не хвалиться собой, потому что Бог видит все. Будем бояться того, что если мы можем добро сделать какое-то, и не делаем в надежде, что никто не заметит. Да, люди не заметят, не сомневайтесь в этом. Они не могут нас упрекнуть, что мы могли добрые слова сказать, добрые дела сделать, первые шаги какие-то. Они же не знают. Но Бог видит все. Это тоже будет спрошено за это. Поэтому будем стараться, пред Богом стараться, исполнять Его святые заповеди ради Него, чтобы в вечности быть с Ним, куда Он и зовет каждого из нас. Аминь. С праздником.